А не знаю, что происходит. Врачи, значит, свои нервы. А не меньше тысячи? Ань, ты получишь только 200. Да, но у меня пока это единственный стабильный доход. А я тебе заплачу 700. Так она тебе 700 заплатит. Ну, это посчитай, это 3 года. Больше 3 лет. Она вот когда тысяча дойдет, тогда будем разговаривать. А, тогда уже нам не интересно будет. Не меньше тысячи. Она 700 платит. Она не меньше тысячи, это глупо, это все деньги. Ты получишь только 200 за год, а я тебе 700 заплачу. 800. А ты что такое? Я ее адвокат. Я ничего не считаю. Подожди. Ну что, подождите, а когда заканчивается год, мы всё сметаем? Да, конечно. 850, ты же предлагала. Нет, я 700. 700. Давай 700 получится. Нет, 700. Походи, поищи. 700. 700. 700. 700. Почему Маша торгуется? Ну. Вообще не понимаю, что за 700 происходит. Смотри, ты 750 приобретешь, и потом что-нибудь еще купишь себе. Не знаю. Ну, сходишь, как я. Я же не знаю. Давай. 700? Да. Так, то есть Макс, я... Как это... Ну, все, а как ты... Врач, фирма по выращиванию грибов какой-то ягодки. 200 в год. Извините, но, блин, это прикольно.